Число погибших в результате урагана в Москве и Подмосковье выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 13 жертвах непогоды. Количество пострадавших, по последним данным, приблизилось к 150. Большая часть из них остается в больницах с переломами, черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника. Среди пострадавших более 20 детей. Я напомню, ураган обрушился на российскую столицу накануне днем. Порывами ветра повалены тысячи деревьев, сорваны металлические конструкции. По данным МЧС, повреждены 140 многоэтажек и свыше 1500 автомобилей. Прогнозы синоптиков неутешительны. Ураган может повториться.